чем понятие тролль, да, вот сейчас вот появилось, то, что в интернете, его собираются заносить в список психических заболеваний настоящих. Когда человеку доставляют удовольствие заходить, засирать другого, доводить его, и при этом, чтобы его достать не могли. Хотя на самом деле сейчас уже появляются случаи, когда находят. Смешно, да, не правда ли?